Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек. И сегодня у нас на обзоре нереально шикардосная новинка от Нацбанка Украины. Готовы? Поехали! Итак, друзья, очередная новинка. Шикардосная 10 гривен Конституция Украины. Вот такая вот кайфовая монета. 10 гривен 2021. Сейчас я вам подробнее про эту монету расскажу. Прежде чем мы с вами начнем, не поленитесь, друзья, поставьте на паузу, подпишитесь на наш YouTube канал. Если данные ролики вам полезны, ставьте лайкосы, а я продолжаю снимать для вас чумачечи обзоры. Итак, друзья, 10 гривен 2021 года. Давайте я вам расскажу сейчас вкратце про данную монету. Итак, у нас на аверсе монеты на матовом фоне составление пазла. Видите? Играюсь вот так вот вам светом. Здесь собранный пазл. Контуры этого пазла — микротексты. И там везде на каждом этом тексте цитата отдельных статей Конституции Украины. То есть можно прочитать. Если увеличить, мы с вами видим правовой суверенитет. Здесь вот все-все-все-все-все написано. Гидность. В общем, друзья, можно прочитать здесь кучу статей Конституции. Прямо по центру мы с вами видим золотой малый государственный герб Украины. Очень красивый, позолоченный такой элемент в этой монете. Надпись «Украина вверху», номинал монеты 10 гривен справа от герба. Год чеканки монеты 2021 внизу. И, друзья, реверс этой монеты, он просто потрясающий. Здесь шикардосный такой пазл, мы с вами видим. На реверсе, также на матовом фоне, составлен пазл. Размещены зеркальные силуэтные изображения, которые олицетворяют, собственно, народ Украины и символизируют, что каждый отдельный украинец является частью одного целого, а основной закон Украины гарантирует их права. Справа мы с вами видим, вот сейчас я играю с лучиком, малый государственный герб Украины и надпись «Конституция Украина». Гурт также у этой монеты, вы видите, написано серебро 925 пробы, 31,1 унцовочка и знак банкнота монетного двора. Друзья, собственно, посвящается данная монета 25-летию принятия основного закона Украины, главного источника национального ядра всей правовой системы, который представляет собой совокупность норм и принципов, регулирующих общественные отношения, и определяет организацию государственной власти и так далее. Конституция укрепляет государство, способствует ее политическому единению, социально-экономическому развитию общества в целом. Это я вам прочитал сейчас заявленные, скажем так, описания на сайте. Монета просто, ну действительно, она шикардосная, она завораживает. Она идет с сертификатом, в котором также указаны все ее параметры, описание данной монеты. Сейчас я вам покажу также этот сертификат. Мы с вами видим, что здесь монета имеет свой номер. Видно, что она выполнена в серебре. Диаметр 38,6. Вес 31,1, серебро 929 пробы и тираж данной монеты 2500 штук. Поэтому, друзья, вот такая шикардосная новинка вышла 21 июня от Нацбанка Украины. Покупайте, меньше 2000 на сегодняшний день ее цена. Монетка действительно шикардосная. Друзья, если данный ролик вам полезен, не поленитесь, поставьте лайкос под видео. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на наш канал. Я продолжаю снимать ежедневно еще более интересные ролики. Увидимся!